Открытым голосованием были избраны президиум и рабочие органы конференции. Вступительное слово предоставили секретарю местного отделения партии «Единая Россия», главе Одинцовского района Андрею Иванову. Он отметил, что за отчетный период число сторонников партии увеличилось вдвое, что является показателем доверия к ней со стороны жителей. За 2015-2016 годы в местную «Единую Россию» поступило более 600 обращений от наших граждан. В среднем по 300 обращений в год. Для районного отделения политической партии это очень большое количество обращений. Для сравнения, до 2015 года в адрес отделения партии ежегодно поступало менее 100 обращений. Андрей Иванов добавил, что в 2017 году социальная работа должна быть продолжена. Первичное отделение подготовит общественно значимые проекты, которые будут реализовываться силами партии на местах. Мы наладили социальную работу в интересах жителей. Благодаря поддержке партии 30 детей из Луганской области поехали отдыхать на море в Анапу в детский оздоровительный лагерь. На базе Иркутской больницы номер 2 оборудованы 4 комфортабельных палаты для ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день через эти палаты прошли уже 113 ветеранов и получили качественную медицинскую помощь. Нескольким ветеранам точечно оказана материальная адресная помощь, в том числе детям войны. За счет средств фонда партии оплачено лечение сложной операции маленькому жителю поселения Успенское, газифицирован дом в Назарево, где проживает 50 семей. За два года количество первичных ячеек партии «Единая Россия» в Одинцовском районе увеличилось с 62 до 131, что соответствует числу избирательных комиссий. Важным достижением Андрей Иванов назвал и открытие районного штаба «Единой России» на Можайском шоссе, который позволил наладить работу с обращениями граждан. В целом работа признана удовлетворительной. У нас действительно увеличилось количество первичных отделений партии. Мы теперь соответствуем тому количеству избирательных участков, которые у нас существуют на территории. Также в отчетах прозвучало то количество добрых дел, которые делает партия «Единая Россия» на территории, от адресной помощи ветеранам до серьезных ремонтных работ в социальных учреждениях. Мы ставим себе большие цели, задачи на следующий период, на 2017 год. Впереди у нас еще много вопросов, которые необходимо решать, в том числе и с численностью в нашей партии, с чисткой. Нас интересуют только люди с активной жизненной позицией. Путем тайного голосования делегаты определили новый состав политического совета и единогласно выбрали секретаря местного отделения партии. Им снова стал глава Одинцовского района Андрей Иванов. В завершении конференции он выразил благодарность за работу всем делегатам, ну а самым активным вручил почетные грамоты. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».